Ничего подобного! 1 мая лучше! Нет, она правду говорит. Самый лучший праздник – это Новый год. Не-а. Самый хороший праздник – это день рождения. Не-а. Все-таки Новый год лучше всех. Новый год происходит что-то всегда интересное и радостное. Вот сейчас, например, мне кажется, что откроется дверь, и в комнату войдет Дед Мороз. Он скажет: ребята, ребята! Митька, нам телеграмма. Какая телеграмма? Откуда? Нет, покажи. От кого телеграмма? От гиппопотама. Ладно, ты его права. Ладно, от кого телеграмма? Ну, все равно ничего не поймете. Почему? Потому что она заканчивается на У. Ну, хватит тебя воображать. Говори скорее, от кого телеграмма? От Тамбуламбу. Чего-чего? От Тамбуламбу вот чего. А не врать не можешь? Клянусь морской черепахой, от Тамбуламбу. Смотрите! Честное слово, Тамбуламбу. Это было еще осенью. У меня были вот такие рыжие волосы, а у Митьки фуфайка с красной полоской. Мы сделали змея и думали, полетит он или не полетит. Боже мой, опять! Это что же за безобразие? Покоя от вас нет, окаянные! То футбол, то лапта, теперь этот вот урод! Дворник! Где дворник? Ну, погодите, я сейчас иду и все говорю вашим матерям! У вредительницы мяч проколола. Да-да, я. Змея покалечила. За дворником пошла. Ух, сейчас шуму будет. Да, слушай, да, слушай. Так это все у меня в записной книжке. Кто это? Да там? Нет, нет, ничего. Не знаю. Ну, до свидания. Там была. Поет там что-то. Лимпопо какое-то. Да не. Ламбу-ламбу. Тамбу. Ламбу. Я видела книжку! Хулиган! На безобразничали, поминай, как звали! Хулиган! Настоящие хулиганы! Хулиган! Тихо, воспитывай волю! Кажется, ушла! А мне так хотелось отдать этому человеку книжку. Я бегал по улицам и кричал: эй, кто потерял книжку? Врешь все. Дело было не так. А как же? Я же все помню. Вот и тебе уши сейчас надеру за это! Зачем ты? Дяденька, не надо мне уши рвать! Заезжайте к нам во двор, мы у вас все билеты раскупим, мы деньги нашли! А, ну это другое дело. Сейчас, сейчас. Митька, на все деньги в цирк пойдем! Стоп! Смотри, тут какая-то губа белушья. Ну я же уже кассира позвал! Бежим, надо спрятаться. Собака знает, а цирк как же? Таблицу умножения. Звон, регулировщик уличного движения. Скорее, скорее. На мотоцикле разъезжает. Все под куполом летает. Скорее иди сюда. Спешите, спешите. Последние дни. Билеты остались для вас одни. А где этот рыженький мальчик, который хотел купить билеты в цирк? Митька, мы бы на рожку, как будто денег и не находили. Цирк поел с мороженым, с лимонадом.
Я-то понял, а вот ты ничего не понял. Ладно, все покажу. Это карта всех воздушных и морских путей земного шара. Из нее потом сделают настоящую и раздадут всем путешественникам. У Амундсена была такая карта. У кого-кого? Амундсена. Капитана Немо тоже была. Видели ее всем путешественникам крышка. Забудется. Факт. Значит, эта книжка путешественника, ее надо бы, чтобы ты не стала отдать. Но что мы о нем знаем? Только то, что у него есть собака. Он поет какое-то тамбуламбу. Тамбуламбу, но это ж непонятно. Конечно, непонятно. Знаю! Придумал! Надо залезть на исакишки и крикнуть оттуда. Эй, кто потерял что-нибудь? А лучше ты ничего не мог придумать? Не услышат. Так, не услышат. Но что такое этот наш тамбуламбу? Я знаю! Я видел его у папы в книжке. Это такое туземное племя. Они в руках носят копья, в волосах птичьи перья, а в носу железное кольцо. Понимаешь, что такое наш тамбуламбу? Понимаешь, кого нам надо искать? Тамбуламбу. Граждане, граждане, кто видел человека из племени тамбуламбу? Кто видел человека из племени тамбуламбу? Туземное племя. Тетенька, нам надо узнать адрес одного гражданина. Фамилия? Не знаю. А год рождения и чем занимается? Он поет тамбуламбу, у него большая лохматая собака, белая, как его рубашка. Нет, рыжая, как его голова. Ну так учите эту белорыжую собаку. Эх ты, Архимед. Вы не видели человека с рыжебелой собакой? Дедушка, вы не видели человека с рыжебелой собакой? А? Человека с собакой. Не слышу, милая. Не слышу. Смотри, следы. Может быть, это наша собака? Может быть. Но где же она? Вот она. Мальчики, вы не мою собачку ищете? Эх ты, следопыт. Эх ты, восьминогая собака. А ты-то хорош, нашел что-нибудь? А ты? Хватит вам спорить! Рассказывайте дальше, говорят вам! Собаку-то вы нашли или нет? Нашли. Нашли. Она! Наша! Наша! Собак-собак, ты чья? Ах, чья собака? Ну что же, он сейчас я вам покажу. А зачем это вам надо? Ну, тихо, тихо, лежи. Не бойся, не цап. Лежи здесь и жди нас, понял? Ну, проходите. А кто он такой? А этого я вам не скажу. Видела только что с бородой. Я его только что наверх свезла, в 21-ю квартиру. Слыхал? С бородой. Ага, с бородой. Спасибо, бабушка. Спасибо. На здоровье. Ну, теперь-то мы увидим своего тамбу-ламбу. Бабушка, у вас нет человека с бородой? С бородой. Ну, тамбу-ламбу. Лампы нету. А вот самовар сейчас выкину. Какой самовар? Медный самовар.
Все, больше у тебя нет. Больше утиля нету. Все, зато хороший утиль, старый. Старый утиль, старый. Да вот Митька сказал, обязательно сдать его. Из него сделают корабли, самолеты. Врал, небось. А? Честное слово! А встретимся у Казанского ровно в 6. Ладно? Собаки нет. Собаки? Человек с бородой ушел. А, так ушел твой бородач с собакой, ты ушел. В больницу, к дочке пошел. Мишука понес. Мишука? А, да Мишку такого большого, плюшевого, симпатичного. В больницу к дочке с Мишкой. Ага. Спасибо. Товарищи, сегодня приема нет. Ничего не могу сделать. Ничего не могу. Товарищи, нет приема, сказано. Ничего не могу сделать. Ничего. Возьмите, товарищ. Смотрите, какая миленькая собачка. Ой, какая люденькая. Видать, пожалуйста, этому дворнику. Лапочка моя сладенькая. Ты что, в больницу ко мне захотела? Нельзя, маленькая. Уди. Мальчик, возьми. Мальчик. Мальчик. Ух ты, паршивая собака. В чем дело, товарищи? Приема не будет. Ребята, подайте же руку. Эти девчонки. Девочки, у меня к вам дело. Только тссс. Верочка, пора вставать. Ну, в чем дело, девочки? А ну-ка, Наташенька, покажи свое горлышко. Девочка, мы нашли записную книжку и не знаем, кому ее отдать. Девочки, не шепчитесь, скажи. Чей это медведь? Кто его хозяйка? Я. А кто тебе его принес? Мой папа Константин Петрович Иванов. А где он работает? Где у тебя болит, а? На севере. Что? Ой, а ну-ка, ложись-ка скорее в постель. Что такое? Девочки, что это с ней, а? Она бредит. Видите, она бредит. А где он сейчас? Он уже ушел. Он сегодня уезжает, а я его провожать не пойду, потому что у меня ангина. Уезжает на север? Когда и во сколько не знаешь, эх ты! У тебя очень больно, да? Да. Ой. Алло, алло. Это Пельянский вокзал? Скажите, пожалуйста, с вашего вокзала сегодня уезжает поезд за Полярный круг? Ленинград, Архангельск. Поезд через Кемь. Оттуда пароходом или самолетом. Это Балтийский вокзал? Тетенька, скажите, пожалуйста, когда уезжает поезд в Арктику? Туда, молодой человек. Не поездом ехать, а пароходом плыть надо. Морской порт?
когда отплывает пароход в Арктику, в губу Белушью. Алло. Алло, почему вы молчите? Алло, я могу вам ответить, когда отходит ледокол в Арктику. Алло, алло, алло. Отдай книжку! Отдай книжку! Отдай, говорю, отдай! Так отнял! Ага. А ты это где был? Ну! А я где был? А я в это время на себе, как силач, кастрюли тащил. Все 100 пудов. Сказал, что из этих кастрюль сделают самолеты, корабли, чтобы они обязательно сдали этот утиль. Отряд, чайники и кастрюли на плечо. Налево! Шагом марш! Раз, два, раз, два, раз, два. А куда вы идете, а? В морской порт! Провожать полярную экспедицию! А куда экспедиция? Губу Белушью! Ага! В 6 часов в губу Белушью, тот самый Иванов. Там Булан был. Вот это да! Вот это повезло тебе. Чего здесь хорошего? Конечно, надо было мне бежать к Иванову в порт. Но меня же и Митька ждал у Казанского собора. Тоже в 6. Вот тебе задачка. Потруднее, чем в школе задают. 6 часов к Иванову и 6 часов к Митьке. О, у Митьки книжка была, да? Если бы она была у него. Отдай книжку. Она твоя. Отдай, говорю, книжку. Не книжка. Да. Ты ж ее нашел. А это не твое дело. Так, получил. Объявление в газету. Так, мол, и так, прошу на 6 часов вернуть. Так вот мы и я на 6 часов. Витька да я. Ну, спасибо, спасибо. Ты понимаешь, Володя, в этой книжке есть заметки об арктических землях. Там еще не ступала нога человека, и они еще никем не исследованы. Заметки представляют для меня большую ценность. Понимаешь? Конечно, понимаю. Как у Амундсена. Константин Петрович. Несколько слов ленинградцам. Одну минуточку, что, Володя? Вы понимаете? У нашего микрофона
начальник экспедиции Константин Петрович Иванов. Прошу вас, Константин Петрович. Ну что ж, товарищи, через несколько минут мы покидаем Ленинград. Наш путь в арктические воды лежит через Датские проливы, Белушью губу, Диксон и дальше в район Северного полюса. Конечно, грустно покидать Ленинград, расставаться с ленинградцами. Вот только что мальчишки, мои маленькие друзья, принесли мне книжку, которую я потерял. Спасибо вам, ребят. Константин Петрович, Константин Петрович. Ну, что? Книжки-то у меня нет. То значит, у тебя сейчас ее нет? Mm-mm. Она у Митьки. А Митька, я не знаю, где он. Итак, товарищи, парохон отходит. До свидания, Константин Петрович! Мы вам обязательно вашу книжку пришлем! Будь здоров! Митька! Митька! Вы слышите? Митька! Приветственные возгласы провожающие. Передай привет своему другу Митьке! Митька! Тебе привет от Тамбуламбу! Мы вам обязательно пришлем вашу книжку! Иди горюй, Вовка! Мы еще встретимся! Товарищи, я не знаю, как у вас, но у нас, кажется, начинает идти дождь. Вел репортаж Юрий Кирпичев. А? А ну скажи своему другу, если он тебя слышит. Дайте, дайте. Митька! Митька, ты слышишь меня? Сегодня вечером в аэродроме улетает самолет, тоже в Арктику. Митька, сегодня вечером в аэродроме улетает самолет, он тоже летит в Арктику. Пусть передаст книжку летчику. Митька, передай книжку летчику. А летчик, а он передаст ее там за полярным кругом капитану. Только торопись. А то самолет уходит скоро. Торопись, Митька! А то самолет уходит скоро! Ты понял меня? Понял! Понял! Дяденька, до аэродрома не довезете? Нет! Дяденька, на аэродром не ездите! Гражданин, до аэродрома не довезете? Чур-чура, только не ругайтесь. А чего тебе? Папаша, нам бы два билетика на сегодня. Подождите. Послушай, а может быть, действительно того, а? Книжечку на память себе ставишь, а на денежки билетики купишь. Папаша, мы же ждем. Сию секундочку, будут вам билеты. Будут. Да-да-да. Значит, никто меня на аэродром не отвезет? Продавайте тут свои билетики, а я пойду пешком. До свидания. Стоп. А что, Ливия, может быть, доставим? А? А? Доставим. Будут вам билетики через часик, через два. Лиля! Али! Хоппе! Девочки мои! До свидания, до свидания, до свидания! Алло! 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 Алло!
Только когда мы приехали на аэродром, было уже темно. Ну, я. И в губобелушке. Буду и там. Ух. Я вас очень попрошу, передайте, пожалуйста, полярному капитану, исследователю Иванову его записную книжку и деньги. Есть передать полярному исследователю капитану Иванову его записную книжку и деньги. И еще. Я вас очень попрошу. Передайте, пожалуйста, привет от меня и от Вовки. И от нас, Лили. Привет! Книжку получил. Спасибо. Поздравляю Новым годом, ваш Тамбулабу. Да. Ну что же вы раньше-то не рассказывали? Так, не хотелось раньше времени хвастаться. Ну а что же дальше было? Все. Дальше? Пошли домой. Мама, мам, открой. Мить, а я видал нашего Тамбулабу Иванова. Провожал его и все-все рассказал ему о нас с тобой. Бах! Я тоже все сделал. Ну а теперь-то ты чего ждешь? Спутник должен здесь пролетать. Подождем? Давай. Я даже у папы очки стащил, чтобы смотреть вооруженным глазом. Посмотрим? Давай. Вот как это было. Понятно? Вот и все, конец.